Городской штаб по экономической стабильности ведет детальный ежедневный мониторинг цен за социально значимые товары на столичных рынках, супермаркетах и магазинах. Сегодня на базаре мука казахстанских производителей высшего сорта стоит примерно от 33 до 37 сомов. Первый сорт примерно 27 и 32 сома. Цены на мясо стабильны, стоимость варьируется от 300 до 370 сомов. Сахар в магазинах стоит от 42 сомов, а, например, на Ужском рынке его можно найти за 38 сомов. Макароны и изделия местного производства стоят примерно 38-40 сомов. Гречка в магазинах стоит от 63 до 70 сомов, на базарах цены начинаются от 60 сомов. Запасы товаров в каждой торговой точке имеются в достаточном количестве.